библиотеке Новозаполярного прошла литературно-музыкальная гостиная, посвященная Владимиру Высоцкому. Казалось бы, о Высоцком знают все и все, но по-прежнему интерес к его творчеству, его жизни не ослабевает. Перефразируя известное изречение о Пушкине, можно сказать, что у каждого есть свой Высоцкий. Есть он и у северян. Песни и фразы актера разобрали на цитаты, которые для многих стали мерилом справедливости. В непринужденной обстановке вахтовики слушали полюбившиеся песни и стихи, делились впечатлениями о творчестве мастера, о книгах и фильмах, вышедших о нем в последние годы. Литературные гостиные в Новозаполярном проходят регулярно, но на эту встречу пришло особенно много народа. Я очень еще удивилась, что люди пришли, хотя вот юбилей, и по телевизору много сейчас передач будет, уже идут и будут передачи, концерты, и вот все равно люди в библиотеку пришли еще.